у вас когда-то было ощущение того, что ваши друзья знают вас намного лучше, чем вы сами? Вот у меня сейчас как раз-таки оно и есть. Спросонья, вчера вечером я зашла в свой общий чат и заметила, как все что-то суетятся и к чему-то готовятся. Но я не понимала, почему, и решила не придавать этому значения. А потом мне позвонил мой друг. Мы вроде же договорились созвониться. Что ж ты так долго не берешь трубку? О, явилась! Я проснулась 15 минут назад. Что тебе надо? Вообще-то сейчас 9 часов вечера. Ладно. Мадам, а мы сегодня будем встречать Happy New Year? Че? В смысле? Мы же уже отмечали. Я про день рождения. Какой еще день рождения? У тебя завтра день рождения, дура. У меня завтра день рождения? Да. Звезда! Да-да, у меня настолько была забита башка всякими проектами, видео и так далее, что я аж забыла про собственный день рождения. Не знаю, как так вышло, но я хотя бы вспомнила о нем. Спасибо. И знаете, в чем самый сок? Люди с моего телеграм-канала запомнили пост, который был 100 дней назад, где я говорила, что у меня 5 января будет день рождения. Вот. Ровно 100 дней. Ну, конечно, это если считать от 4 числа, а если от 5, то уже 101. Мам, почему ты меня не 4 числа родила, а? И этот момент приятно удивил. Ну, блин, что-то сказанул, фиг знает когда, а не помню. Также многие беспалевно, в кавычках, пытались спросить мой часовой пояс, потому что у многих он разный. Ну, понятно это. И в конце концов, когда у меня уже 7-й раз спросили, сколько же у меня время, я решила просто написать пост. Облегчила людям жизнь. Ну, серьезно, они пытаются как-то беспалевно спросить, а это настолько палевно. Ай. И после этого затишье со стороны аудитории и моих друзей. И я решила не спать и дождаться, когда стукнет 5 число. Поэтому набралась конфеток, заварила чаек и ждала. И вот настанет 00, и мне сразу же написали 2 моих. Я хотела сказать 2 моих друзья. И еще проходит 1 минута, и мне опять пишут 2 человека. После гробовое молчание, и я поняла, что ситуацию надо как-то спасать, и сделала пост в телеграм-канале, типа, с день рождения меня. И после этого уже мне начали строчить, что... Пошло-поехало, короче. И знаете, большая часть из моих знакомых мне не написали сразу же не потому, что они вообще не знали о моем дне рождения, а потому, что они просто заснули и потом проснулись от моего сообщения. Прикол. И я не забуду упомянуть мою подписоту, которая начала сразу же посыпать меня горой комплиментов и поздравлениями. Хоть это была кромешная ночь, но... Такой актив был, это капец. Просто в секунду было сообщений 10-15. На удивление, хоть я и дала очень большое количество времени на то, чтобы сделать какой-то подарок, возможно, даже масштабный, но кроме душесогревающих поздравлений, которых было очень много, я не услышала и не получила. Но мне от этого не грустно, честно, мне ваши подарки не принципиально. Ведь, если честно, самый мой главный подарок, который у меня есть, это вы сами. Никакие подарки не заменят тех душесогревающих слов и теплых моментов с вами. Я очень рада, что этот день рождения я отмечаю с вами. Сегодня я проводила трансляцию в своем телеграм-канале, где немножко отмечала свой день рождения. И... Честно, я прям начинала визжать, когда меня поздравляли. Вот. Даже сейчас я вижу, помогите. Я правда очень благодарна вам за все эти слова, за все эти поздравления и за все эти прекрасные обработки, которые вы видите на фоне. А, ну и арты тоже. Просто я изначально просила вас сделать обработки, но вы решили сделать мне и артики. В принципе,
Тут не на что обижаться. Вы правда большие умнички и молодцы за то, что так быстро сделали много хороших, красивых работ. И делает их особенными то, что они были сделаны для меня. Ну, в общем-то, наконец скажу. И с днем рождения меня, и спасибо вам большое. Кстати, на день рождения мои родители вручили мне тортик, который показан на экране, и AirPods, которые точно так же показаны на экране. Не знаю, зачем вам эта информация, но просто поделюсь. Думаю, мне уже нечего говорить. Я уже и пофилософствовала, и всех поблагодарила. Поэтому, мой дорогой зритель, спасибо большое за просмотр. Ну, а я пойду. Тортик поем, что ли?